ты не снимаешь? В 2005 году мне было 16, и я была уверена, что это последний год моей жизни. Но потом на гранж-форуме я встретила Кими. Про Кими я сразу поняла, что это мой человек. Какие у тебя планы на будущее? Завести второго кота. Кими был идеален. Мы не заметили, как нулевые закончились. Они просто плавно перетекли в какой-то бэд-трип. Дорогие россияне, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Это был полный пиздец. И эта куча лжи расстраивала больше всего. Если мне ты спросишь, то снимаем. Снимаем? Задание для института. Это ангел Чарли. Кирилл, скажите, эти съемки трудно вам дались? Нет. Внешний Кими почти не изменился. Внутри, не знаю, в нем стало больше саморазрушения, наверное. Станем более чуткими и милосердными. Наши личные планы неотделимы от России. Не грустите меня. Мы выдержим. Счастливый. Хотелось просто закрыть глаза и поверить в невозможное.